Стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». Педагоги, которые переехали работать в поселки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную выплату – 1 миллион рублей. Эту сумму можно использовать по своему усмотрению. Договор на работу в образовательном учреждении заключают на 5 лет. Основные требования – кандидат должен иметь среднее профессиональное или высшее образование и быть не старше 55 лет.